Я тоже думаю. Хотя там кадр хороший. Правда, кто будет смотреть эти кадры, кроме меня? Так, кто у нас Леночку-то будет? Если я Леночку? Да, муж не Леночку. Сочная лазм, до начала. Сочная лазм, да, Аллах Ахты. Иди зайди вон туда, за, за. С одной надо, с двумя. Дело не в этом. Для ну, вот слева. Вы тогда скажите, что идете всех поставить. А, здесь, а на другой стороне еще смысл. Уважаемые собравшиеся, сейчас мы с вами проводим церемонию открытия бюста Героя Советского Союза Александра Михайловича Кузнецова. Для церемонии приглашаются исполняющий обязанности ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Леонидович Воротников и Лариса Валентиновна. Бог нас благословляет, расставляет. Вот так вот. Погода располагает. Вот. Герой нашего времени. Борисович Цветочек. Светлана. Давай. Светочка, давай. Благое дело. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава тебе, Боже, на слово тебе, Царю небесный, утешителю души истины, и же везде весы, и вся исполняя сокровища благих, и жизнеподателю приисилисяны, и очистены от всяких скверны, и спаси Боже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй! Создателю и Содителю человеческого рода, Дателю благодати духовной, Подателю вечно Господень, сам Господи, возлить Духа Твоего Святаго, слышим благословением на памятник сей, якода вооруженной силой, заступлением, и помощна будет во Христе Иисусе Господи нашем. Аминь. Прославляется и сохраняется памятник сей, прославляется, освящается памятник Сей, да примем воды все священные во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Премудрость. Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, серафим. Без остления Бога Словородшую, сущую Богородицу, то величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой Своей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилует и спасет нас, яко благой человеколюбие. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Что ж, можно возлагать цветы? Да, между чесноком, ну сколько? Сколько скажите? Стенарные не меньше. А между вот самим грибом? Ага, ну вот так. Потом весной разовым удобрением, а потом калибру строим. Ну, можно, только если он такой внедрённый. Фотографию сделаем на базе. Да, надо уже фотографию всем гостям. Вот где Зина, только что справа была. Где у нас Зина-то? Вот она уже готова. Вы же как ветеран, Алексей Петрович, возглавляющий Вставайте.